Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Сергей Футбол. И сегодня я буду проводить как бы урок, как разбираться в термометре, который стоит на улице для детей. Итак, мы рисуем вот так, как показано сейчас на экране. Мы рисуем такую шкалу, как и на термометре. 0 градусов. И вот так вот, пятерочка чуть-чуть больше. И тут 10 градусов. Также мы рисуем красным фломастером. Вот он. Вот такой вот кружочек. Это как бы вот та красная линия, которая поднимается. И сейчас, чтобы дети начали разбираться в этом, надо им показать эти черточки, что вот Таня и Дима, видите, вот тут вот ноль, да. Вот тут вот плюс, а вот здесь минус, а вот здесь минус, вот да. Здесь. Итак, мы сейчас показываем, подвинься, вот тут вот это что? Плюс один. Плюс один. Это? Плюс два. Это? Плюс семь. Это плюс четыре. Это плюс пять. Это плюс шесть. Это плюс семь. Это плюс восемь. Это плюс девять. Это десять. Плюс десять. А это мы так же, точно так же, как минус. Только сейчас мы делаем ноль. Минус один, минус два и так далее. Я знаю, сколько будет до восьми. Сейчас вы должны с ребенком как бы играть. Вы говорите температуру, а ребенок должен нарисовать линию до определенной температуры. Например, сейчас я говорю Тане, плюс пять. Плюс пять. Ну, смотри. Это вот. Да. Это минус пять, Таня. Это ноль. Плюс пять. Теперь. Да, Дима стирает. И теперь я Диме говорю плюс 9. Ты заслоняешь собой. Плюс 9. Да, можно нарисовать черточку. А теперь от черточки до этого кружочка красного. Вот. И теперь надо стереть еще черточку. Тогда будет. Также есть еще одна игра. Вы берете фломастер, стираете черточку, которую нарисовал ребенок, и этим фломастером рисуете черточку, куда захотите. Вот, допустим, я нарисовал черточку до сюда. Это значит ты. И теперь Таня говорит, какая температура? 1, 2. 3, 4, 5. Какая температура, Таня? 4. Нет. Нет. Смотрите, 6, надо. 7, 8. Надо считать. Таня, Зима. Надо считать вот от нуля. Черточка 0. Вот она. 1, 2. Тут на двоечке. Значит, это 2. Минус 2. Минус 2. Потому что это ниже, чем это. Теперь. Я даю Диме черточка вот до сюда. Сколько это? Это плюс 5. Да. Просто теперь Тане вот так. Плюс три. Дима подсказал Тане плюс 3. Теперь, Дима, сколько... Вот тут вот. Плюс 10. Просто это плюс 8, это плюс 9, это плюс...
Смотри, здесь. Видишь, вот тут вот ноль. А вот это ниже нуля, значит, это минус ноль. Да. Ну, так, значит, тут минус идет. Минус, и теперь считаешь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Минус 7. Также, чтобы легче было запоминать, вы можете представить себе вот это вот. Вот тут вот можно представить себе плюсик, а вот тут вот минусик, чтобы не путаться. При назывании температуры. Так, теперь, будь здоров, Таня напишет, скажет, что это. Какая температура? Это плюс 10. Плюс 10. Я знаю, Дима. Я сказала. Плюс 10. Сейчас Дима молчит, а Таня говорит, сколько сейчас. От нуля. От нуля надо считать. Ноль, один. Минус один. Минус. Тут же видишь минусик. Минус один, минус два, минус три. Да, минус три. Вот можно считать как Таня. Теперь я говорю температуру, Надима. Говорю температуру. Плюс шесть. Плюс шесть. Ты заслоняешь все. Правильно. Вот плюс 6 температура. Ну, а теперь мы заканчиваем. Всем пока-пока. Таня, Дима, помашите ручкой. Дима, тебя не видно. Все, пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.